Меня зовут Титов Роман Николаевич, я представитель общественной организации «Вятичи» города Орел и региональный координатор общероссийского движения «Возрождение», куда входит на сегодняшний момент 11 регионов. Лидером нашего движения, общероссийского движения «Возрождение», является Александр Поветкин, наш знаменитый боксер, спортсмен, человек, так сказать, соль земли русской. Я хочу обратиться ко всем нашим братьям, проживающим на территории Российской Федерации, на территории Украины, Белоруссии, да и в принципе и всех братских народов, там, где понятен русский язык, там, где проживают славянское большинство, с просьбой, можно сказать, даже с мольбой о начале объединения. Сейчас наступает такое время, оно уже наступило, когда, в принципе, мы должны осознать и понять, что без общего объединения, общих усилий будущего нет. Нет будущего наших внуков, нет будущего наших правнуков, наших потомков. Вопрос стоит очень простой. Будут они свободными и свободно ходить и жить на своей земле, и думать по-своему, и жить по-своему, либо они будут выполнять роль, которую им на которых на них возложили те или иные силы. Поэтому вопрос стоит именно такой, и мы его ставим, жить или не жить, как раньше говорил один персонаж, или быть или не быть на этой земле. Для того, чтобы вместе выжить, нам надо вместе и думать. Это очень важная система. Мы живем 9 лет на Орловщине, вот эти 11 регионов, которых я представляю, живут на сегодняшний момент также по круговой системе. В кругу у нас только мужчины, которые имеют право голоса, потому что у них есть дети, которые взяли ответственность перед родом. Принимаем решения вместе, живем вместе, помогаем друг другу в разных житейских направлениях, ну и потихонечку влияем на общественную жизнь в тех или иных городах и вообще в областях, в которых мы проживаем. И за 9 лет нашего опыта сделан вывод, что мы, мужи, которые добровольно взяли на себя ответственность перед своим родом, народом да родиной, можем с вами ускорить процесс возрождения нашей великой державы. Для этого надо объединиться. Я прошу вас, всех, кто меня услышит, во всех краях нашей славянской земли, объединяйтесь. И мои координаты будут находиться в Славянском радио Алексея Орлова. Мы готовы приехать к вам. Я готов приехать как оригинальный координатор к вам в ваш регион, поделиться опытом, показать, посмотреть и, самое главное, найти точки соприкосновения в объединении. Объединение может быть экономическое, социальное, политическое, вообще бытовое. Поэтому большая просьба меня услышать, принять эту информацию и выйти на связь. Благодарю за внимание. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром.